Добрый день, дорогие партнеры. Меня зовут Светлана Бойцова. Я тренер по продукту территории Москва. На часах 13:00. Это значит, что наш прямой эфир, который называется сегодня «Море плюсов от Омега». Сегодня мы будем говорить об Омега-3, об этом замечательном продукте. Это будет короткий фокусный эфир, в ходе которого мы ответим на три главных вопроса. Почему я? Почему омега и омега-3, и, соответственно, почему именно омега-3 от Oriflame. Ну что, пока все подключаются, я сейчас подгружу презентацию, адаптивную под Instagram. Я взяла презентацию из глобального регионального тренинга по wellness и взяла как раз часть по омега-3. Дело в том, что этот тренинг есть у вас, также доступен для скачивания. Анастасия Фурка присылала всю информацию. Есть ссылки для скачивания этого тренинга, этого вебинара. Он достаточно адаптивный, и вы можете в своих структурах проводить такие тренинги в зависимости от того, какую тему вы выберете. Там короткие темы, буквально на 10-15 минут каждая, ну и, соответственно, 10-15 минут мы сейчас потратим на вот именно фокусный продукт омега-3. Ну что, поехали. Начнем с самого главного. Так, сейчас переключу. Все ли хорошо ли меня видно и слышно, все ли нормально, всем привет. Поставьте чего-нибудь в чате, какие-нибудь плюсики или какие-нибудь сердечки, и я тогда пойму, что меня хорошо слышно, не нужно подключать гарнитуру, и тогда мы начнем. Все машут, привет, и хотелось бы еще, сейчас на себя переключу немножко, пока вы мне отвечаете, хорошо меня видно или слышно. Обратите внимание, как я сегодня обыграла наш новый шарфик. О, отлично, плюсики пошли. Как я сегодня обыграла наш новый шарфик, который идет в качестве подарка, ну даже не то, что подарка, там за 50 баллов. То есть, ну, сейчас я вам даже условия прочитаю для тех, кто не, ну, может быть, не в курсе этой программы. Акция активности, твой осенний эксклюзив. Ну, во-первых, хочется сказать, что это очень приятный такой шарфик. Мы всем отделом, девочками взяли себе такие шарфики, их используем. Нам очень нравится по-разному. Надеюсь, вы видели наше видео от Елены Никифоровой, которая сняла замечательно. Комментарии закрывают слайды. Я отключу комментарии, когда переключу на слайды. Так что, чтобы получить такой замечательный шарфик, размести единовременный заказ от 50 бонусных баллов и более в 13-м каталожном периоде с 13 сентября по 3 октября включительно. И с единовременным заказом от 50 баллов, сейчас, секунду, от 50 баллов в 14-м каталоге получи возможность приобрести такой стильный шарф, такой шарф-трансформер, я бы его даже назвала, его можно и на голову, и на пояс повязывать, и с любой одеждой, и с классической, и со спортивной, с базовой, с любой абсолютно сочетать. Стильный шарф всего за 199 рублей, 2 бонусных балла. Вот это такая акция активности, твой осенний эксклюзив. Ну что, я сейчас отключу комментарии и отвечу на вопросы. На вопрос по сколько нужно ДГК, по-моему, здесь был вопрос, доказагексеновой кислоты, нужно для беременных. Дело в том, что для беременных это определяет ваш лечащий врач, кто вас наблюдает, гинеколог, и он скажет, какое количество именно вам нужно, потому что вам нужно сдать будет анализы, и какое количество для беременных необходимо именно вам. Мы рассматриваем линейку продуктов Wellness для здоровых людей, я не говорю, что беременные люди это нездоровые, просто для беременных необходимо чуть больше доказагексеновой кислоты, чем для всех других категорий граждан. Сейчас отключу комментарии, чтобы было видно слайды. А в конце эфира включу комментарии заново, чтобы вы могли задать свои вопросы. Ну что, польза нутриентов омега-3. Нутриенты обеспечивают наш организм незаменимыми жирными кислотами, и они снабжают все процессы организма, вот здесь я вынесла, сердце, мозг, суставы, кожа, кровь, иммунитет, зрение и развитие ребенка как раз-таки у женщин, ну, во время беременности. Они действительно нужны всему организму, как вы понимаете, поскольку они обеспечивают нормальное, здоровое состояние всех органов, вот, которые мы здесь перечислили, и это только нутриенты омега-3. Также есть некоторые полинасыщенные жирные кислоты, вот о которых уже был вопрос, это эйкозапентаеновая кислота и докозагексаеновая кислота. Наш организм их не вырабатывает, и поэтому мы можем их получать только с
с продуктами питания, с правильными продуктами питания. Это рыбы, жирные сорта рыбы, морепродукты, рыбий жир и также, соответственно, пищевые добавки с омега-3. Хотела попросить вас в чате написать, какие продукты богаты омега-3 жирными кислотами, но комментарий отключила, поэтому скажу вам, что здесь на картинке как раз-таки показано, на фоне картинки показано, что какие продукты мы должны включить в свой ежедневный рацион для того, чтобы получать необходимое количество омега-3 жирных кислот. Это жирная рыба, это семена, это орехи, бобовые, здесь также показан фрукт авокадо. Поэтому нам необходимо регулярно принимать, регулярно пополнять свой рацион полезными продуктами. И дополнительно мы можем, если наш рацион не идеален, если мы, сейчас даже я следующий слайд покажу наглядно, да, то есть мы можем принимать омега-3 из пищевых добавок, но это мы уже забегаем вперед. Так, давайте сейчас посмотрим, сейчас переключу. Не видно. Уровень омега-3 в крови у именно эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислоты у здорового взрослого населения. Взяли карту мира и смотрите, давайте обратим внимание. Красным отмечены те страны, где уровень ЭПК и ДГК очень плохой, очень низкий. Это очень плохо для здоровья. Оранжевым подсвечены страны, где низкий, и это плохо для здоровья. Желтым подсвечены страны, где нормальный уровень, это достаточно комфортно, хорошо для здоровья. Соответственно, зеленым, это где высокий уровень, и это очень хорошо для здоровья. И хочется обратить ваше внимание на то, что зеленым подсвечены, где очень хорошо для здоровья, и желтым даже немного, это те страны, где действительно есть выход к морю. И особенно зеленым отмечено, где есть выход к холодному морю. И в тех странах, где показаны серым, соответственно, отмечены те страны, где еще нет данных. Это данные, которые есть на сегодняшний день по тем странам. Я думаю, что наши зрители из тех стран, которые здесь представлены, поэтому, в принципе, информация актуальна для вас. В тех странах, где уровень омега-3 и этих полинасыщенных жирных кислот занижен, где оранжевый, красный показатель, это очень негативно влияет на здоровье взрослого населения, поскольку если очень низкий уровень, то недостаток этих кислот может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, это может вызывать стресс, это может вызывать риск развития хронических заболеваний. И поэтому, если мы получаем необходимое количество этих полинасыщенных жирных кислот, то тогда мы снижаем риск возникновения заболеваний, потому что они должны присутствовать в нашем питании в виде правильных продуктов. Те страны, где показан низкий уровень, там, вероятно, нет такой возможности получать эти правильные продукты. Возможно, нет такого, общепринятого правила, то есть люди еще не совсем перешли на здоровое питание. В нашей стране, как вы видите, оранжевым показано, что мы тоже только переходим на здоровое питание, у нас есть выход к морю. И показаны Камчатка, Владивосток, да, условно, я так примерно по карте могу сказать, что примерно эти прибрежные зоны, они с достаточно высоким показателем. Но большая часть страны у нас, конечно же, нуждается в правильном питании. В правильном питании это значит в дополнительном получении именно этих важных для здоровья и для организма жирных омега-3 жирных кислот. Это ЭПК и ДГК. И мы уже не говорим про беременных женщин. Здесь уже, разумеется, другая история, поскольку беременным женщинам, я еще раз повторюсь, что беременным женщинам, потому что это частый вопрос, необходимо другое количество омега-3, именно ДГК, поскольку ДГК отвечает за зрение и за развитие ребенка. Поэтому здесь мы исключительно консультируемся с лечащим врачом, и он нам подбирает нужную дозировку. Таким образом, мы понимаем, что если мы находимся в той зоне, в той стране, наше питание, наш образ жизни, наше географическое положение, наши гены, да, кто как наши родители питались, как мы сейчас питаемся, это культура питания, да, она говорит о том, что большинство из нас все-таки не получают нужное количество с питанием именно этих важных жирных омега-3 кислот, которые действительно отвечают
отвечают за здоровое состояние нашего организма и за те части организма, вот, которые мы сегодня говорили. Сердце, мозг, суставы, кожа, кровь, иммунитет, зрение, ну и, разумеется, развитие ребенка. Поэтому каждому из нас, мне, вам, вашему соседу, другу, каждому из нас необходимо, первое, пересмотреть свое питание, дополнительно ввести в свой рацион продукты, содержащие с высоким содержанием омега-3, это жирная рыба, это лосось, это макрель, это морепродукты, это бобовые, это семена. Семена льна, кстати, еще очень хорошее содержание, у них очень хорошее содержание омега-3. Поэтому очень важно следить за своим питанием. Мы всегда на всех эфирах wellness говорим здоровое питание, и какой бы продукт мы ни взяли, омега-3, астаксантин, я не знаю, пребиотический напиток, наши коктейли, когда мы говорим про белок, про микронутриенты, все это важно, и все это содержится в продуктах питания, в правильных продуктах питания. Поэтому наши продукты не заменяют необходимое, вы не можете исключить вот эти все продукты. Я не буду кушать лосось, потому что я буду пить омега-3, и все. Необходимо дополнительно принимать омега-3, жирные кислоты в омега-3 от Oriflame. Естественно, поскольку мы не всегда получаем то необходимое количество полезных нутриентов, которые нужны нашему организму. Поэтому каждому человеку необходимо принимать омега-3 жирные кислоты дополнительно. Что дает омега-3? Она обеспечивает организм всеми важными вот этими вот жирными кислотами, которые будут отвечать за его состояние здоровья и, соответственно, за ваше здоровое долголетие. Почему люди выбирают омега-3 от Oriflame? Сейчас мы перейдем к следующему слайду. У меня здесь в разброс, ну вот так. Наша омега-3 богата основными жирными кислотами, о которых вот мы уже три слайда говорим. Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислота. Наша омега-3 подходит для ежедневного применения. Она снабжает наш организм незаменимыми жирными кислотами, а вот эти эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислота, мы ее можем получить только из продуктов питания или из рыбьего жира, из добавок омега-3. Поскольку для нормальной работы мозга и зрения и для уменьшения риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, нам необходимо получать в рационе вот эти жирные кислоты ЭПК и ДГК. И наша омега-3, сейчас вот у меня здесь будет два слайда, я их вот так вот разделила. Почему именно, собственно, наша омега-3? Ну, во-первых, она проходит пятиступенчатый процесс очистки. Вот, сейчас я его вам покажу. То есть первый идет этап — нейтрализация. Я вам даже сейчас зачитаю, чтобы было вот прям фокусно. Масло нейтрализуется путем удаления свободных жирных кислот с использованием едкого натра. Второй этап идет, мы его осветляем, мы осветляем нашу омегу-3. То есть пигменты и загрязняющие вещества, поскольку омега-3 добывается из рыбы, об этом мы сейчас поговорим, удаляются с помощью абсорбентов и таких как отбеливающая глина и активированный уголь, то есть натуральным образом. Дальше у нас идет третий этап — вымораживания. Триглицериды с высокой температурой плавления удаляются путем охлаждения масла и отфильтрации. То есть это такой очень сложный пятиступенчатый процесс очистки идет. Дальше мы переходим к этапу дезодорирования. То есть летучие компоненты удаляются путем впрыска пара при высоком вакууме. Ну, это очень такой сложный химический процесс, но тем не менее он для нас важен, для того, чтобы конечный продукт был комфортен к употреблению, чтобы он был безопасен, чтобы мы выделялись на рынке и мы давали людям только самое лучшее, чтобы наша омега-3 отвечала высочайшим стандартам качества, она и отвечает. Ну и, конечно же, последний этап — это финальная стандартизация, это идет фильтрация продукта. Поэтому у нас пятиступенчатый процесс очистки, это нас выделяет. Дальше, наша омега-3 содержит основные жирные кислоты ЭПК и ДГК, о которых мы только что говорили. Наша омега-3 изготавливается полностью из рыбы, и масло, и сама капсула. Из рыбы, из мелких сортов рыбы, дикого вылова. Почему мы используем мелкие сорта рыбы? Это анчоусы, скумбрия, сельдь, потому что
что эта рыба еще не так много пожила, и в ней значительно меньше токсинов, она, в ней нет столько токсинов, сколько уже во взрослой рыбе, которая прожила уже долгую жизнь. Ну и, конечно же, наша омега-3 добывается из устойчивых источников рыбодобычи. Что это значит? Я знаю, что вы многие уже все это знаете, что мы имеем сертификат, наша омега имеет сертификат Friends of the Sea. Это некоммерческая государственная организация, которая занимается контролем и защитой об экологии. То есть она проверяет те организации, которые добывают рыбу таким дружелюбным к морю, да, способом. То есть мы вылавливаем рыбу, и мы запускаем новую туда. То есть мы не наносим вред экологии. И ту рыбу, которую мы забираем, мы также туда ее запускаем, чтобы этот процесс, чтобы мы не выбирали от природы, не забирали. И, конечно же, это очень крутой сертификат, который получает не каждая компания, и это проходят очень большие проверки для того, чтобы компания, продукт этой компании получил такой сертификат, что он действительно имеет право называться именно вот таким продуктом, который добывается без ущерба окружающей среды. Поэтому наша омега-3 имеет вот такой ряд преимуществ. И это действительно выделяет нас на рынке, поскольку это, давайте вот еще раз, пятиступенчатый процесс очистки, который сам по себе очень крутой. Это полностью рыба, из рыбы, и масло, и капсула из рыбы, причем даже из печени, из самой тушки и из печени. То есть мы не просто там берем одну тушку или одну печень, то есть полностью перерабатываем из рыбы. Наша омега содержит основные необходимые жизненно важные жирные кислоты, ЭПК и ДГК. И, конечно же, приятнейший бонус – это устойчивый источник рыбодобычи. И это факт гордости. Так же, как и все продукты линейки Wellness, сейчас я найду эту картиночку, у меня что-то так сохранились. Угу. Наша омега-3 имеет понятную этикетку. То есть, когда мы заходим в магазин, мы не всегда, да, там видим, что в составе, там, на какого. Прошу прощения, у меня был звонок, сорвалось. Мы не всегда видим, вернее, мы видим, а может быть, даже не всегда видим, что в составе, или мы не всегда понимаем. Все маркировки наши указаны на упаковке, маркировки наших продуктов указаны на упаковке, как и на всех, собственно, продуктах Wellness. То есть наша омега-3 не содержит консервантов, искусственных красителей или ароматизаторов. Мы возвращаемся к пятиступенчатой системе очистки, где мы посмотрели, как происходит этот процесс очистки нашей омеги-3. Наша омега-3 не содержит продуктов ГМО. Наша омега-3 не содержит глютена. Это тоже очень важно, поскольку непереносимость глютена есть пусть не у большинства, но есть категория людей, у кого есть непереносимость глютена. Это действительно очень сложно найти продукты, где не содержится глютен. Это может быть там в оболочке или еще в чем-то. У нас не содержится глютен. У нас не содержится сахара, поэтому этот продукт, конечно же, подойдет тем людям, кто по какой-то причине не использует сахар. И, конечно, мы используем натуральные ингредиенты. Мы используем только рыбу. И все. Мы даже вот эту желатиновую упаковочку, она у нас не синтетическая, она у нас не из желатина свиного или говяжьего и так далее. Она у нас из той же рыбы, из которой мы, собственно, изготавливаем вот эту омега-3. По нормам Европейской ассоциации контроля качества продукции, наша омега-3 имеет высокий уровень омега-3 жирных кислот. Об этом мы можем смело и четко говорить. Это тоже факт гордости. Ну и, конечно же, рекомендации по использованию. 2 капсулы в день с приемом пищи. То есть это жирорастворимый продукт, который будет лучше усваиваться, если вы будете во время приема пищи принимать омега-3. В 13-м каталоге омега-3 идет, сейчас даже вам покажу, вот по такой цене каталога, 1499 рублей. И этой баночки хватит на месяц, поскольку в баночке 60 капсул, по 2 капсулы в день необходимо принимать, каждый день, без перерыва, поскольку правильное питание у каждого человека должно быть, ну, разумеется, каждый день. Мы не можем месяц попитаться правильно, а потом месяц питаться неправильно. Поэтому все необходимые нутриенты должны поступать в наш организм ежедневно, на ежедневной основе, без каких-либо пробелов. Поэтому здесь мы отвечаем на третий вопрос. Почему омега-3 от Oriflame? Потому что мы перечислили факты. 4 факта, там, где 5
шестиступенчатая система очистки, вот я сейчас не буду повторяться, и маркировки на упаковке, которые понятны, когда человек может взять продукт, посмотреть, почитать и понять, что да, действительно, мне это подходит. Так, у меня непереносимость глютена, здесь нет глютена, окей. У меня там с сахаром какие-то вопросы, не принимаю, нет ни консервантов, ни искусственных красителей, ароматизаторов. А сейчас я включу комментарии, потому что моя презентация... Собственно, так, сейчас включу комментарии, потому что моя презентация уже закончилась. Какое количество дыхает для беременных? Так, мы отвечали. Угу. Ну, если у вас нет вопросов, то моя презентация подошла к концу. Я призываю вас, если вам необходимы вот эти слайды для проведения ваших прямых эфиров, напишите мне, я вам в Телеграм, я вам их обязательно отправлю. Они уже адаптивны под Инстаграм. Я призываю вас проводить такие короткие прямые эфиры, они занимают немного времени, у меня еще было дополнительно про шарфик, я говорила, вступление, да, и у меня ушло 20 минут. По сути, на это можно потратить 10-15 минут, чтобы не перегружать ваших потребителей дополнительным количеством информации, чтобы информация была фокусная и исключительно по одному продукту. Не загружать. Лучше проводите эфиры каждый день, но на разные продукты. Сегодня провели на омегу, завтра провели на астаксантин, то по такому же принципу. Слайды очень нужны, многие покупают в аптеке дешевле. Что касается аптек, что касается дешевле, мы уже много раз отвечали на этот вопрос, что дешевле это не значит лучше. И когда мы говорим все-таки о своем здоровье, здесь вопрос дешевле, он не совсем уместен. Смотря что вы хотите по факту получить. Вы хотите просто для галочки пить витамины и все, не разбирать, просто вот я пью, да, там омега-3. Или вы хотите действительно принимать высококачественные продукты. Ну, тем более, если вы являетесь партнером бренда, то вы получаете продукты, разумеется, со скидкой. Это показана цена каталога 1499 рублей. И не мне вам рассказывать, насколько это выгоднее, когда вы все-таки зарегистрированы в компании. И это вот это, собственно, ваша проработка с вашими партнерами. Выгодные предложения для ваших потребителей. Как вам написать? Давайте сделаем так. У нас есть телеграм-канал «Вопросы Total Beauty». Я туда сейчас отправлю все картинки. И вы в этом канале можете их сразу же взять. Да, эфир сохраню, разумеется, слайды очень нужны, слайды я в наш телеграм-канал, тот Москва Total Beauty, отправлю, я думаю, что все на наш телеграм-канал подписаны, если не подписаны, забивайте в телеграме Москва Total Beauty и там, да, и вы там сразу же все это найдете. Ну что, у меня на сегодня все, я с вами прощаюсь, спасибо за ваше внимание, спасибо за ваше общение, за ваши лайки, и мне очень нравится, что количество зрителей не отключилось, а это значит, что все-таки эфир был вам полезен. Призываю вас дуплицировать такие эфиры, проводить в своих структурах и, собственно, в своих социальных сетях. Всем пока-пока!